Появление на свет малыша – большое событие в каждой семье. Находясь в стенах медицинского учреждения, будущая мама должна беспокоиться разве что за долгожданную встречу с новорожденным. Все остальные заботы на себя берет роддом и его персонал. Перинатальный центр «Мама» уже ведет свою активную работу. Сейчас в медучреждении находится 15 рожениц. Я как бы даже это, не знаю, сомневалась, ложиться мне или не ложиться. Но как у меня дома все говорят, ложись. И как бы показания мне получилось, что не зря положили. Сегодня прошла официальная церемония открытия. Поздравить регион с таким важным событием приехал главный медик страны, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Вместе с полномочным представителем президента Российской Федерации в ПФО Михаилом Бабичем, губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, руководством центра и представителем корпорации Ростех они торжественно перерезали традиционную красную ленту. Комфортные условия в стенах медучреждения, квалифицированные врачи и современное оборудование – это самое главное, что необходимо для мамы и ее будущего малыша. В перинатальном центре «Мама» есть все и даже больше. Здесь много технологий, которых нет в родильных домах. В нашем перинатальном центре применены все современные европейские технологии, как по родовспоможению, так и по оказанию помощи тяжелым детям, которые здесь будут рождаться, поскольку наше лечебное учреждение предназначено для детей, которые рождаются раньше срока, для детей, которые в утробе мамы, уже мы знаем, они больны или имеют какую-то хирургическую патологию. Для таких случаев есть все необходимое. Реанимация оснащена современным оборудованием, аппараты искусственной вентиляции легких, которые позволяют протезировать функцию дыхания, подбирая индивидуальный режим для каждого ребенка. Отследить, как бьется сердце новорожденного, пульс, дыхание, температуру, теперь можно гораздо проще. Здесь есть даже пневматическая почта. Это вид транспорта для отправки мелких грузов, например, пробирок с анализами. Самое главное, что большая часть оборудования в центре отечественного производства. В ноябре 2016 года Дмитрий Анатольевич проводил совещание на перинатальном центре в городе Оренбурге, и тогда была поставлена задача, с учетом всей ситуации и политической обстановки, была поставлена задача оснастить строящиеся перинатальные центры в основном за счет отечественного оборудования. И была озвучена цифра, где-то порядка 60% должно быть отечественное. Вот мы добились в Ульяновске более 60%. Зал релаксации, сенсорная комната. В центре есть даже симуляционный класс, где находятся специальные тренажеры-куклы. Они выглядят как настоящие. Вот, например, женщина. Скоро она родит на свет своего малыша. Роженица дышит и разговаривает совсем как живая. Различные родовые ситуации задает с компьютера врач. Мы создаем, например, определенную ситуацию. И обучающийся стоит непосредственно у женщины, а тренер создает ситуацию. К примеру, сейчас я вам продемонстрирую, что, например, к примеру, женщина поступает в судорогах. Уже в будущем, благодаря таким тренажерам, студенты становятся квалифицированными специалистами и помогают появиться на свет сотням младенцев. Перинатальный центр «Мама» в год сможет принять более 3000 рожениц, в том числе со сложными случаями. Оснащенный центр в будущем спасет не одну жизнь, а Ульяновск, возможно, станет городом-миллионником. Для нас крайне важно, что сегодня, вводя в эксплуатацию Ульяновский перинатальный центр, мы сегодня можем доложить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о том, что президентская программа по созданию перинатальных центров в Приволжском федеральном округе завершена. И из 14 регионов 7 регионов получили такие перинатальные центры совместно с корпорацией Ростех. Финансирование этого центра составило 2,5 миллиарда рублей, из них 2 миллиарда, чуть больше, из федерального бюджета. В целом в ряде регионов построены перинатальные центры за счет средств областного бюджета. Большая работа проведена по модернизации родильных домов, других медицинских учреждений. Открытие перинатального центра является одним из ключевых мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области. За последние 10 лет рождаемость в регионе выросла на 2,6%. Количество абортов и детская смертность снизились почти в 2 раза. Младенческая смертность сократилась более чем в 1,5 раза. Для нас важно, чтобы информатизация, цифровая медицина пришла в область через перинатальный центр в сферу охраны материнства и детства. И чтобы каждая женщина, как только беременность устанавливается, оказывалась в базе с понятным совершенно диагнозом, с понятным, если есть риск, верификации этого риска и с пониманием, каким образом правильно ее вести на протяжении всей беременности, когда и где ее правильнее родоразрешать. По итогам проверки перинатальный центр «Мама» получил высокие оценки федеральных экспертов.
Конечно, я искренне горд тем, что мы сегодня увидели, что могли показать нашему министру, но одновременно, несмотря на хорошие показатели, хорошую оценку, которую нам дает Министерство здравоохранения, мы отдаем себе отчет о том, что у нас здесь есть, что называется, где совершить подвиг. Поэтому для нас крайне важно привести всю систему родвспоможения в такое комфортное состояние. А как напоминание об этом дне в медицинском учреждении останется бирка в знак рождения перинатального центра, подписи и пожелания, на которые оставили главные гости и федеральные эксперты. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.